Здравствуйте, с вами Николай Борисов и рубрика «На страже». Что произошло в Якутии за неделю и к чему это привело? Начинаем. Трое жителей Якутска подозреваются в организации нелегального игорного заведения. Свой незаконный бизнес они открыли в зале по улице Аюнского. Все подозреваемые – молодые люди в возрасте от 21 до 27 лет. Администратор, кассир и охранник. У них изъяты деньги, системные блоки, мониторы, телефоны и многое другое. Подпольным казино соблюдали строгие меры конспирации. Зал был оборудован отдельным входом и системой видеонаблюдения, позволяющей идентифицировать посетителя. Входная дверь с электромагнитным замком открывалась с администратором с пульта управления. В настоящее время проводится компьютерно-техническая экспертиза, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Никакого почтения и уважения к старшим. В Якутске 35-летний мужчина ограбил инвалида второй группы. Дедушка рассказал, что злодей просто взял и достал деньги из его кармана, так как был сильнее. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в тот же день. Им оказался ранее неоднократно судимый нехороший человек. Он приметил дедушку в очереди в магазине, увидел, что пожилой мужчина расплатился за покупки 5000-й купюрой и положил сдачу в карман. Ограбив пенсионера, злодей скрылся. Часть денег успел потратить на развлечения и алкоголь. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Жертвой могут стать не только старшие, но и младшие. Так, 33-летней жительнице Якутска грозит суд по статье «Истязание двух лиц заведомо для виновного, находящихся в беспомощном состоянии». Куда иди? Бегу! По данным следствия, в период с 9 по 21 января текущего года женщина оказывала услуги по временному присмотру за двумя мальчиками 2-4 лет и из личной неприязни наносила удары руками по голове, спине, причиняя детям физическую боль. После придания действиям няни гласности, ее местонахождение было установлено участковым уполномоченным полиции и женщину доставили к следователю. Кража статуэтки в виде милой собачки может стать поводом для лишения свободы до 2 лет по статье «Кража» для светского льва из Якутска. 33-летний мужчина отдыхал в одном из баров Якутска в компании знакомых. Когда культурно-алкогольная программа подходила к концу, джентльмен решил скрасить одиночество вечера без компании статуэткой стоимостью 3400 рублей. О краже сообщил хозяин бара. На этом пока все. Доверяйте только проверенной информации и берегите себя.